Сломала до кишенка край корнера и просто упала на этот диванчик. Бедненько, это так ужасно выступать, как бы уже заведомо проигрывая тем, что физическая форма не совсем как бы готова. Мне это знакомо как никому, и это страшно. Ирина Резенсон, упражнение со скакалкой. Ирочка тоже боец, прошла не через одну травму, надо сказать, и... Слава богу, что прошла через нее. Сейчас ее ничего не беспокоит, а... Давай, давай, пропагандируй художественную гимнастику. Рассказывай про это. Только беспокоит ее внутреннее состояние. Ай-яй-яй, свалили мы поворот. Мы с Ириной свалили поворот только что. Что ж вы так неаккуратны? Я не очень понял, в каких проблемах внутреннего состояния этой опытнейшей гимнастки ты говоришь. Что самое важное и начинается. Ну, боец. Не то слово. Женька просто, ну, умница, ну. Оценка Ирины Резенсон 26,5, сумма 79,7. Это все-таки пока повыше, чем у Неты Ривкин, но всего на 0,2 после трех упражнений. В их стране тоже конкуренция, соперник.